Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Увлекаясь чем-либо, человек может поддаться на глупый риск. В любви часто капризны и нуждаются в человеке, способном управлять отношениями и принимать противоречивый характер партнера. Представители этого имени всегда добиваются своих целей и побеждают при любых условиях. Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Владельцы этого имени обладают высоким интеллектом, творческими способностями и значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Звук «у» дает человеку активное воображение. Представители этого имени – люди чаще всего прекрасные администраторы, организаторы, но им самим лучше также находиться под контролем или, по крайней мере, под сильным влиянием более спокойных и устойчивых людей. Человек с буквой «у» в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. Для таких личностей целью жизни становится борьба за справедливость и благополучие. Буква «Р» наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. Владельцы этого имени всегда подумают, прежде чем начать действовать, но их действия в основном приводят к застою в делах. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.